В преддверии Нового года в Национальном музее открылась ярмарка изделий ручной работы. 16 мастеров из Владикавказа и районов республики представили свои работы. Это национальные куклы, елочные игрушки, панно из текстиля и войлока. А еще кухонная утварь из дерева, резные картины и не только. Есть даже реалистичные миниатюрные игрушки и ботанические барельефы. Всего около 2000 работ. Организаторы – сообщество мастеров республики и Нацмузей. Ярмарка продлится до 29 декабря. Из своей работы представили 16 человек, и у каждого не менее 20-30 работ, в зависимости, насколько они крупные. Вот есть работы по дереву, они более крупные, их чуть меньше, а у кого совсем крошечные куколки, их гораздо больше, там штук 50 до 100 штук, наверное, представлено. Просто сами объединились. Как профсоюз. Раньше разные мастера. Мы очень хотим просто свои работы и продемонстрировать кому-то, и, естественно, их как-то реализовать. У нас уже свои есть постоянные покупатели, постоянные зрители.